Ты. Тут сверхъестественное на этом месте в Иераполисе, где печать Мелхиседека. Прямо посреди ясного дня пошел ливень. Пошел сильный дождь. Просто было жарко невыносимо. Мы промокли. Мы стоим сейчас с каждой в каких-то из ворот. Молимся. И потрясающая атмосфера этого места откровения, места запечатления. Это дождь, как дождь, вот это излияние, как написано, пробьются воды, потекут потоки, когда упадут башни. И есть вера, что это время близко, когда в нашем поколении будут пробиваться эти дожди воскресения, дожди силы, дожди радости, пробуждающие невесту, чтобы готовиться к встрече с женихом. Поэтому благословляю всех вас из Иераполиса, благословляю всех вас из Турции, из этих мест, где зарождалось апостольское движение и проходили эти все самые яркие события, о которых мы читаем в Библии. Но мы верим, что Бог творит все новое, и Его последние дела будут больше, чем прежние. Поэтому мы ожидаем больше силы, больше славы, в которой будет ходить Его церковь, Его невеста в эти дни, в эти последние дни, в этом поколении. Благословения всем вам, огня в ваши кости, чтобы мы никогда не успокоились. Пусть дождь просто намокает, намочит вас, дождь излияния Святого Духа, так, чтобы вы вышли из зоны вашего комфорта и вошли в зону небесного комфорта во имя Иешуа. Аминь.